Джек, Вэл, я получил указание от главного штаба. Они оценили ситуацию и хотят, чтобы вы уничтожили главное здание Кригера. Видимо, нас интересуют только два объекта. Аванпост и главное здание. Чтобы уничтожить их вместе, нам понадобится ядерный заряд. Ядерный? Вы спятили? Да расслабься. Он совсем маленький, как раз хватит для того, чтобы уничтожить наши цели без других разрушений. К тому же, в момент взрыва мы будем далеко. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем. Я обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. Ты дашь мне поприветствовать? Ты где? Дашь мне поприветствовать моих подписчиков, ребят, зрителей? Вот, с вами Валерий, мы продолжаем проходить Far Cry 1, хардовый Far Cry 1 и не менее забагованный. Итак, мы с вами, короче, убили Кроу, загрузили данные с Палма, встретились вот с ней. Встретились с Вэл, посмотрели, как она принимает ванну, ласкает свое тело. Короче, такие вот пироги были. Вот. И сейчас нам нужно угнать машину из лагеря и отправиться на базе наемников. Окей, очередная база наемников. Так, вон уже... там! Да вижу. Лагерь, короче. Снайпера. Ах ты падла такая, а? Ах ты какая... Какая падла-то? Да падла! Вон там! Чё они такие юркие-то, падла? Джек, осторожней! Иду я, иду в обход. Надо было сразу изначально вот здесь пройти. Но я думаю, она Вэл бы спалила нас. На, держи. Так, они вот идут где-то вот здесь вот обход. Слушай, прикрывай. В смысле? Я не понимаю. Черт, а они ничего. Прикрывай мне спину, ничего. Садичь. Вообще. Окей. Джек. Иди лесом. Так, попробуем сейчас сразу. Я обнаружила небольшой лагерь поблизости. Позаимствуем в нем грузовик. Я сейчас... У меня же есть снайперка, да? Получается. О. Есть снайперка. Сейчас я, короче, тут... устрою им... веселую жизнь. Вон там! Лёха! Достань их! Сейчас я... готов? Умер. Отлично, молодец. Так... Ты куда попёрла? Куда попёрла-то? Ух ты! Ни хрена она там... Судя по звуку, даже кого-то убила. Быстрее перезаряжай, всё. Готов? Готов? Так, бежит. Ляха промазал. Отлично. Пока вроде эту. Бляха!
Только хотел сказать. Вон там! Кто? Джек, осторожней! Да собаки! Падла. Бляха, они такие быстрые просто. Еще и не с одного, не с первого патрона пробиваешь. Готов? Так, у меня два патрона осталось. Это мертвый? Кто еще? Где? Там в кустах, по-моему, кто-то был. К нам гости. Джек, осторожней! Откуда? К нам гости. Ёпти мать! Да дура сзади! Ты чё стоишь-то, падла? Все мозги вымыло, что ли? В водопаде там. Какие вроде тишина. Ага, херушки, тишина! Они ничего. Вырубите эту сирену. По мозгам шпилит просто. Так. Я могу вырубить ее, да? Где я могу вырубить ее, да? Пуньк просто. Чпуньк. Так, ладно, давай-ка. Мне тут покромсали немножко. Это, короче. Оп. Аптечка еще есть? Ни хрена себе, колбаса. Вот это палка просто. Вот это палка колбасы. Так, я выберу, наверное, вот это оружие. Что здесь у нас? Окей. А вон там, походу, база наемников, да, наверное, будет. Окей. Сейчас я эти ангары тут проверю. Мне нужно аптечку найти. Может, еще что-то интересное будет. Так. Здесь ни черта, ни черта. И аптечек, падла, нету. О, вижу аптечку. Хорошечно. Все, здесь два ангара, да, получается? Да, два ангара. Туда уж я не полезу, потому что я вроде как патроны взял. Ну все. Вперед. Так. А. Я веду, на тебе пулемет. Окей. А, ну давай. Ты хотел спросить. Кто там шляется? Откуда они там сзади-то взялись? Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. В смысле я по ним не могу попасть? Бляха, ровнее рули. Вертолеты. Жесть. Короче. Вперед. Вперед. Будем страдать. Вперед, я говорю. Ну, поехали. Что ты там? Я веду, на тебе пулемет. Давай, только ровно, ровно веди. Без этих. Так, там где-то сзади. Погоди. Мы не пройдем через эти ворота. В смысле, а где все? А че ты по кругу-то рулишь? Вертолет, падла. Смотри, вот с пулемета я не могу вертолет взорвать. А с этого, с автомата, у меня все отлично получалось. Хера, они такие какие-то бронированные, у меня жизни просто все, ноль.
0. Жесть какая-то. А че они не пробивные-то какие-то все? Ну-ка, а как это оружие-то поменять? Вперед. Я могу как-то? А, всего 6. Я веду на тебе пулемет. Окей. Всего 6, короче, патронов, ты прикинь. К нам гости. Яха, да, попадешь ты тут. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой машину. Отлично просто. Да тут хрен попадешь, как она рулит-то, бляха. У меня вот так вот всего, просто всего вот так вот. Она может как-то по этому, по... поспокойнее как-то рулить. Она там сидит вот так вот, баранку, наверное. Сейчас я найду тут путь, короче. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Я тут не проеду. К нам гости. Отлично, попал. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Отлично. Так. Лехал вертушку. Отлично. Так. Джек, сзади! Достань их! Ах! Они меня уже достали! И ты меня достала. Рули спокойней. Ровнее рули. Ровнее. Леха. Ха-ха. Нас блокируют. Разберись с ними. Что? Да что ты, чувака не можешь что ли раздавить? Нас блокируют. Нам надо прорваться. Прорвались нахер. Прорвались просто. Ой, дичь. Что за... Короче, друзья, будем страдать. Я веду, на тебе пулемет. Окей. К нам гости. На-на. Они, оказывается, вон с какого этого выезжают. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой. Промазал, бляха. Ну все, сейчас. Я просто. Вот смотри, я просто не могу попасть. У меня жизни уже просто. Джек, сзади! Я просто вот стреляю в машину. Такое ощущение, как будто патроны облетают ее просто. Вот они летят и вот так вот облетают ее. Я ни черта вообще не попадаю. Хотя вот прицел прямо на машине. Чё за бред-то? Вперед. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Давай, ты уже достала, ну. К нам гости. Бах. Так. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Так, вертолет, вертолет, где вертолет? Бах! Да я крошу просто! Где еще? Сейчас еще одна машина должна выгнаться. Выехать. Где? Джек, ай, промазал! Ай, промазал! Достань! Бах! Достал! По-моему, еще где-то должна быть сейчас быть. Да? Я уже укачала. Ай, промазал. Нас блокируют, разберись с ними. Так, окей, снайпер. Нам надо прорваться. Меня просто что-то ваншотит. Вперед. Меня просто ваншотит. Я веду, на тебе пулемет. Окей. Окей. Нет проблем. Нет проблем, нахер. Нет проблем. Че? Веди. Все равно сдохнем.
Мы не пройдем через эти ворота. Что нам делать? Почему через те ворота мы не можем пройти? Почему? Они вроде открыты были, нет? Где вертушка? Блеха, не попал. Ага. Все, понеслась. Вот я если начал промазывать, то все, мы хер пройдем. Джек, сзади! Да какой сзади там вертолет, он сверху херачит по нам. Просто я не понимаю. Я не понимаю вообще механику. Либо это баги какие-то, либо что, я по ним стреляю, они не дохнут. Они просто не взрываются. Тут либо, блин, просто с этого, с автомата, нет, с автомата можно разнести просто с двух обоим, короче, машину, либо этот, я веду, на либо тебе вертолет. Okay. Либо просто ты стреляешь с пулемета. На гости. И хоть бы что, просто. Мы не пройдем через. У них какие-то специальные машины, что ли, или хер знает, они в определенный момент специальную машину запускают. Куда ты выстрелил, падла? Да в смысле? Джек, сзади! Бляха, вот с вертолетом не разобрался, вот тут штука, падла. Бесит уже. Ублюдки. Просто ублюдки. Вперед. Вперед. Let's go. Я веду, на тебе пулемет. Let's go, okay. Очередной раз. Нам гости. Они мне просто жопу рвут так, что... О, боже. Мы не пройдем через эти ворота. Я попробую другой маршрут. Вертолет, 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 вертолет. Отлично, попал. Ты знаешь, это просто вот рандомно. Попадешь ты, не попадешь. Достань их. Отлично. Джек, сзади. Где? Только что убил. Не ори. Не ору. Так. Бляха. Отлично. Нас блокируют, разберись с ними. Даже чувака, короче, я просто не могу это. Нам надо прорваться. Смотри, сейчас сваншотит. Сейчас или никогда. Держись. Бляха. Давай уже все прекращай, мы приехали, все, хватит. Все, хватит, приехали. Все, давай остановимся пешком, пойдем. Пешком как-то более проще. Все, стоп, тормози. Тормози, куда поплыло. Двое, мы на месте. Сообщи нам, где находится главный терминал безопасности. Ждите. Передаю координаты. Окей, получила. Итак, вот что нам надо сделать. Джек, тебе достанется все веселье. Ты проникнешь в лагерь и очистишь мне путь. Там я сумею взломать их систему безопасности, и мы захватим боеголовку. Нет, я не стану трогать боеголовку, даже самую маленькую. Тебя не уговаривают. Отдыхай, я справлюсь сама. Твоя работа — обеспечить прикрытие. Вы полны сюрпризов, леди. Да, полны сюрпризов, леди. Жесть просто. Это было... А почему две машины? Откуда вторая? Так, аптечка, хорошо. А броника там нигде не завалялась? Окей. Справится она сама, говорит. Но что-то мне это... Не очень-то верится в это. Так, чпуньк-чпуньк. Там, я так полагаю, вышка, скорее всего.
Так, здесь чпуньк. Окей. Главное, чтобы она, короче, сейчас не это... не выдала нас. Так, ну пока меня не видит. Но... мне что-то померечилось. Со стелсом здесь беда, поэтому долго мы по-тихому не пройдем. Хотя... ну чё, хотя все равно сейчас... Сейчас все равно начнется. Вон там! Я ж тебе говорю. Сейчас начнется дичь. Что это было? Что здесь произошло? Отлично. Понеслась. А что ты за меня-то спряталась, дура? Эй, ты! Быстрей! Достань! Ты-то... да чё ты... почему напарники всегда тупые? Смотри, герой. Давай, убивай. Так, ладно. В принципе, нормальный вариант. Зайти через эту дверь. И вынести их. Только надо быстро, четко. По сторонам, короче. Оп. Сюда вот садишься. И начинаешь крошить. И я думаю, знаешь, что я сейчас выберу? Вот эту штуку. Так вот, начинаешь крошить, вертеть их. Ты смотри, мне спину там прикрывай, дура. Да я думаю, они сейчас через ту дверь полезут. Все что? Так. Толчок. Да не забывайте, мы любим толчок. Ты че как слониха, или это я? Это ты? Так. Я не думаю, что их так мало здесь. Карта. Mission Planning, контрольный центр. Бляха, чё столько ходов-то? Оп, бронька, ништяк. Так, что они, пиццу жрут тут, да? Окей. Пицца чем-то, знаешь, похожа не на пиццу, а на эту, на шанишку. Это она топает или... или нет? Ага, это выход на улицу. Нет. Мы пока здание сейчас проверим. Ага, это выход на улицу. Идем, короче, наверх. Сверху по-любому никто не прибежал. Мы уже поэтому... совсем рядом с терминалом. Обычно комнаты управления у них располагаются на верхних этажах. Да что ты говоришь? Чё так пусто-то здесь? Иди сюда. Я, кажется, что-то нашел. Окей, я взламываю их систему. Поторопись, у нас очень мало времени. Уже почти. Так, готово. Теперь за мной. Теперь за мной, говорит. Так... ну, пока я за тобой... погоди. Куда ты побежала-то? Двигай! Быстрее! Поехали!